Друзья, всем ассаламу алейкум, всем привет, как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Друзья, сегодня едем в сторону Кемера, едем в Кемер. Время у нас 16:36, выехали, вот едем, выезжаем Кони-Алты. Это уже объездная, вон в той стороне моря. Здесь Сарысу, район Сарысу. Сейчас будем выезжать. Едем, поедем, посмотрим. Все хорошо, друзья. Едем с семьей. Приехали, друзья, с Бурсы. Я привез зятя с моей сестрой и их катаю здесь. Они скоро уедут назад в Бурсу. Из-за этого я полностью и я катаюсь, и их тоже катаю. Вместе смотрим всю Анталию. Заодно вам тоже, друзья, покажем вот так. Ну, в каком месте мы побывали. Снимаем для вас вот такие ролики, друзья. Надеюсь, вам эти видео очень понравятся и будете ставить лайки. Не забывайте еще подписываться, друзья. Стараемся для вас. Машина хорошая, друзья. Машина тут, машаллах, отличная. В общем, вышел вот такой знак. Стоп. Ну, чек. Не знаю, надо посмотреть, что за чек вышел. А так, все хорошо. Может, у меня вот лампочки, поворотник сгорел. Может, из-за этого, что ли, я не знаю. Потом как-нибудь надо показать. А так, машина, вот едем с кондиционером, климат-контроль, все есть. Едем, вот, все установлено. Все супер, едем. Вот, друзья, мы вчера по этим канатам поднимались. Вы смотрели видео, вот помните? Очень высоко, друзья. Это кажется, оказывается, близко. Это только первое место. Там идет дальше и дальше. Там 2 километра, даже больше 2 километров. 10 минут поднимались. Вот, Кемер, 32 километра, друзья, едем. Турция. Красота. Едем на подъем. Красота, друзья, посмотрите. Горы. Сейчас смотрите, вот гора, сейчас будет туннель, смотрите, сквозь вот эту гору туннель, идеальный туннель, друзья, посмотрите, чистота какая, смотрите. Второй туннель. Что включите фары.
едем, осталось 8 километров до Кемера. Проезжаем поселок Гойнюк. Вот, красота. Едем, все хорошо. Все супер. Друзья, смотрите, вот приехали в Кемер. Все, едем по городу. Это Кемер. Друзья, вот мы в Кемере. Здесь продают туры. Очень дорого, сразу скажу. От 40 долларов и выше с человека. Там дискотека, люди танцуют. Вот так, сейчас мы прогуляемся вдоль реки, вдоль океана, вдоль берега. Вон, видите? Вот хотели мы вот на таком покататься, 40 долларов с человека. Но час. Мы хотим в другом месте сейчас. Завтра, наверное, еще раз приедем. Кемер. Смотрите, друзья, красота. И здесь тропинка, ходим, здесь камни. Вода очень теплая, кстати. И здесь жарче, чем в Коне-Алты. Почему так, не знаю, но здесь прям ощутимо жарче. Отель, друзья, смотрите, Кристалл Аура. Сейчас посмотрим пляж и поедем дальше домой. В принципе, все нам тут понравилось. Ну, очень жарко, друзья. Жарче, чем в Коне-Алты. Жарче и душно. Душно, чем там. Здесь, друзья, более-менее цены хорошие. От 100 долларов начинается и выше аренда. Вот автомобильная лодка моторная.